Дорогие друзья, вы на канале Мотивация на уборку. Сегодня у нас очередная порция расхламления. В течение недели я также походила, побродила по местам скопления вещей. Где-то, возможно, прибиралась, натыкалась на какие-то вещи, которые я бы хотела расхламить, и со временем складывала их в несколько коробочек. Благо, коробок у меня из-под заказов из Озона хватает. Так, брала коробки, ставила их на подоконник и складывала туда часть ненужных вещей. Так что это, надеюсь, не последнее расхламление в моей квартире. Возможно, нахлынет на меня, что я захочу расстаться с вещами, которыми я пока что не готова расставаться. Но с чем мы расстаемся на данный момент, давайте посмотрим. Ну что, перед нами пустая кровать, можно так сказать, да, лишь застеленная. И я буду показывать вещи, от которых я решила избавиться. Начнем мы с одежды и обуви. Поставлю в коробки вот такие вот сапоги. Единственное, они целые, хорошие, но там замок сломан. И надо менять целиком вот весь замок вместе с всеми вот этими вставками. И получается, что у нас в Екатеринбурге, блин, ну дороже. Вот эти сапоги стоили 650 рублей. И вот половину этой стоимости надо отдать за замену замка. Я их уже год не носила со времен беременности, так что я думаю, что если я за год не собралась их надеть, то я думаю, смысла их хранить нету, значит, меня устраивает в том, что я хожу, и, возможно, на следующий год я буду обновлять гардероб. Так что избавляемся. Далее я покопалась у Дашки в столе, разбирала какие-то картон, бумагу цветную, рисунки, еще что-то. И, в общем, нарыла много-много макулатуры, различные вот эти обрезки, которые мы хранили, и думали, что, ой, ну вдруг какие-то кусочки понадобятся. Но, видя мои запасы цветной бумаги и картона, я понимаю, что эти кусочки вот, ну, не нужны. Так что здесь какие-то вот примеры она решала, что-то осталось, какие-то блокноты, вот обрезки, так что это тоже макулатура, тоже избавляемся. Далее избавляюсь вот от такого чехла из-под плойки. Плойку убрала в косметичку там, где у меня все остальные приборы для сушки головы. Так что этот чехольчик уже не нужен. Порылась на кухне, решила избавиться вот от таких прихваток. Они уже не, ну, такой непрезентабельный у них вид. Они покупались за в Галамарте, по-моему, за очень дешево, или в фикс-прайсе, я не помню. Они с первой стирки все вот потеряли цвет и уже такие как бы непрезентабельные. Я думаю, что я куплю новенькие. И вот такую вот я делала подставку под горячее в виде пироженки, будучи беременной. Так она и провисела целый год практически. Я думаю, что я от нее избавлюсь, раз я ей не пользуюсь. Отрыла у Дашки, вот здесь вот лежали мелки, я их переложила, пустая коробочка. Думаю, ну и зачем она ей? Думаю, выброшу. Вот такая вот кружечка, нам ее когда-то дарили, никто из нее не пьет чай, кофе, ничего не пьет. Одно время потом я ей поливала цветы, просто она где-то под ванной стояла, тоже избавляюсь. Также избавляюсь, у меня есть мамин советский старый фен, он в идеальном хорошем состоянии, рабочий, но вот этими насадками я не пользуюсь. Они, во-первых, такие как бы грубоватые, вот эта расческа вообще не расческа, не знаю, ей только, наверное, гриву лошади, коню чесать. А эта плойка, я таким способом никогда волосы не завиваю, да и в принципе их не завиваю, даже моя плойка, которая лежит, она просто лежит до какого-нибудь праздничного случая, так что избавляюсь. И здесь в коробке у меня осталась прям вот такая мелочевка, которую прям кучей покажу. Какие-то нурофены, какие-то лекарства уже просроченные. Вот такая вот резиночка для волос, да, для головы, которой не пользуемся. Фломастеры, которые высохли. Резинки, заколки, которые еще не нужны. Снова перебирала, снова нашла. Крышечку, банку в то расхламление выбрасывала. Крышку нашла. Палетку, консилер вот такой с AliExpress. Я уже ей не пользуюсь. Срок годности у нее уже тоже вышел, так что я избавляюсь, не хочу и так вся в прыщах. И вот здесь, по-моему, какая-то просто бумажка. В общем, различная мелочевка, чтобы не доставать, одной коробкой покажу. Далее высох уже вот такой вот песок. Дашулька им играла одно время, да, а потом он, сейчас я его начала проверять, он прям сухой, уже распадается. Саму баночку я оставлю, по ней очень удобно учить время.
ну, хоть какое-то время, да, так немножко покрутить. Баночка, в принципе, неплохая. Можно, у меня еще одна баночка с песком есть. Возможно, я песочек туда пересыплю, сюда точнее. А сам песок вот этот я выброшу. Далее, вещевое расхламление у меня в плане колготок Дашкиных. Они уже все истрепанные. Вот эта вот шапка, этой шапке я не знаю, сколько лет, она все никак из нее не вырастет, но она уже вся прям изжамканная. А, тоже какая-то майка уже все, вот это все перекрасилось, покрасилось, уже непрезентабельный вид имеет. И вот представляете, не знаю, каким образом я умудрилась потерять вот это вот правая перчатка, да, а, левую я потеряла, а вот это с левого рукава, вот это вот сверху вот этот чехол. Как я умудрилась это сделать, потерять перчатку левую и накладку правую. Не знаю, как потеряла, но, в общем, дома нету нигде, все перерыла. Вчера прибиралась в коридоре, так что нету, нет смысла хранить. Тем более им уже года три, наверное. Также избавляюсь от одного комплекта постельного белья. Оно прям уже такое прям старое-старое, очень-очень старое. Еще мне его мама дарила, по-моему, если я не ошибаюсь, когда мы жили еще на той квартире. В общем, либо Анечка подпишется и увезет на подстилки в приют для собак. Я ей отдам, что как бы стелить можно любую ткань. Она мне написала, что даже полотенца подойдут, так что я ей сохраню и передам потом целым пакетом все вот эти тряпочки, все вот эти подстилочки. Все, что возможно, я отдам на благотворительность собачкам. Далее, вот такие вот противни. Раньше я от мамы привозила, когда мы только начинали с мужем жить, привозила чудо-печку. Кто помнит, если я найду фотографию, то я сейчас прикреплю где-нибудь вот здесь вот картинку. Были вот такие вот противни. Вот представляете, мы уже с мужем живем, мне было 18, мы съехались, ну, почти 10 лет, 9 с половиной лет мы живем вместе, и вот эти вот противни до сих пор живые, хотя они еще служили моей маме. Они вот здесь вот начали облупляться, я зацепляюсь постоянно, мне впиваются в кожу, и я думаю, что тоже как бы ничего хорошего, постоянно вот болячки от этого всего, ну, очень дискомфортно вот эти вот облупления, так что я думаю, избавлюсь, тем более противни у меня предостаточно. И также избавляюсь, возможно, кому-то предложу, у меня вот такие вот есть горшочки, три горшочка вот такие вот, но они как бы есть два, по-моему, или один целый, а вот этот со сколами все. Один горшочек мне передавала мама или два, а один, по-моему, мне дарили. И вот я не знаю, у меня все в наборе, все красивое, а вот эти, они как бы, ну, мы ими, во-первых, редко пользуемся, а во-вторых, как бы, ну, охота, чтобы все было одинаковое. А вот эти три, они как-то выделяются, и вот, не знаю, наверное, спрошу, может, кому-нибудь пригодятся, либо отдам на барахолку. Вот видите, два целых, а вот один прям вот такой сломленный. И крышечки от них, от крышечки, конечно, все целые. Это, конечно, хорошие старенькие горшочки, именно те советские хорошие горшочки. Но я понимаю, что у нас есть большая утятница керамическая, керамические тоже горшочки, но они все идут под один стиль. А здесь как бы уже время пришло прощаться, либо кому-то отдавать, кому это нужнее. Так что я думаю, что тут попрощаем. Количество вещей я даже считать не буду. Некоторые просто ведут подсчет вещей и делают именно итог, да, сколько вещей они собрали. Ну что, дорогие друзья, вот такое маленькое расхламление у меня получилось за одну неделю. В течение следующей недели я также буду ходить собирать какой-то мусор или хлам и покажу вам, от чего же я избавляюсь. Надо настроить себя еще на расхламление своего гардероба, возможно, для обновления его к весне. А там и посмотрим, что из этого выйдет. И давайте будем почаще прибираться и расхламляться. Возможно, у вас лежат вещи, которые кому-то очень нужны, а у вас они лежат просто так. Даже те же постельное белье, полотенце, одеяло прекрасно подойдут для подстилок в собачьи приюты. И мне кажется, от того, что я сделаю это доброе дело, отдам туда этот материал, да, эту ткань, и я пойму, что собачкам будет уютно, будет комфортно, будет тепло, и мне от этого становится очень классно, потому что я чувствую, что я отдаю частичку себя. А если бы я это просто выбросила, это просто бы уехало бы на свалку, и никому бы не надо было. Это бы просто втоптали в землю. Так что, дорогие мои друзья, давайте будем помогать нуждающимся.
А на этом я буду с вами прощаться, завершать это расхламление. Надеюсь, я вас смотивировала, подвигла сделать расхламление и отдать вещи в добрые руки. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании. Всем пока-пока!